Республиканская хоккейная школа получила площадку для занятий. Накануне в Якутске прошла официальная церемония передачи Ледового дворца «Элейботур». На катке с показательными номерами выступили шартрекисты, фигуристы и сами хоккеисты. По завершении игры «Полярных волков» Федерация хоккея России в рамках сотрудничества с компанией «Алроса» вручила именные хоккейные формы. Такую же экипировку получат хоккеисты из мирницкой команды «Алмаз Алроса» и нерюнгринский клуб «Энергия». Добавим, что якутские хоккеисты удачно выступают на уровне континентальной молодежной высшей лиги хоккея. Я думаю, что мы совместными усилиями только будем работать на повышение спортивных результатов. С улучшением нашей материальной базы в Якутске, на этом мы не останавливались. Позавчера пришел результат гранда, который мы выиграли для ремонтных работ в поселке Серебряный Бор. 1 000 000 рублей нам будет выделен на частичную реконструкцию хоккейного корта в Серебряном Бору.